Цифровой мир становится неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, меняет наши привычки, облегчает задачи и, конечно, улучшает качество жизни. Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире Беринчи студия, с вами я, Аяна Байзакова. Как вы поняли, сегодня мы будем говорить о цифровизации в нашей стране. Позвольте представить сегодняшних гостей нашей студии. Первый заместитель министра цифрового развития Джумалиев Джумамидын Болотбекович. Заместитель министра по цифровому развитию Министерства здравоохранения Джангазиев Бакыт Ишенович. Здравствуйте, уважаемые гости, добро пожаловать к нам в студию. Уважаемые телезрители, перед тем, как начать, я напоминаю, что у нас действуют телефоны. Вы можете позвонить по номерам 391804 и задать интересующие вас вопросы по сегодняшней нашей теме. Джумамидын Болотбекович, начнем с вас. В Кыргызстане уже не первый год стоит вопрос цифровизации. И расскажите, пожалуйста, как на сегодняшний день продвигаются дела в этом направлении. Здравствуйте, уважаемые телезрители, уважаемые кыргызстанцы. Прежде всего, позвольте кратко рассказать, чем занимается Министерство цифрового развития. На сегодняшний день мы являемся государственным органом, определяющим и вырабатывающим политику в области цифровизации, электронного управления, электронной подписи и электронного документооборота, а также в части оказания государственных и муниципальных услуг электронного лицензирования и строительства центров обработки данных. В нашей деятельности мы хотим подчеркнуть ряд положительных изменений, такие как внедрение системы электронного документооборота. Также хотел бы отметить, что реализация данных стратегических проектов осуществляется по инициативе и поддержке глав государства. Хочу сказать, что мы эту работу начали в 2018 году, но ускоренные темпы этой работы мы видим, начиная с 2021 года именно. Нами реализована, нашим государственным предприятием Минфоком реализована система электронного документооборота «Инфодокс». На сегодняшний день она объединяет практически все государственные органы. У нас ведется переписка полностью на электронной основе с применением облачной электронной подписи для подписания документов. Если вернуться к числам, можем сказать, что на сегодняшний день количество подключенных организаций – это 3000, это в числе которых государственные органы, а также коммерческие организации. И количество пользователей на сегодняшний день составило 140 тысяч пользователей. Общее количество документов, которыми был произведен обмен, на сегодняшний день составляет свыше 13 миллионов документов за вот 3 с небольшим года. Соответственно, мы провели определенную оценку эффективности с точки зрения экономии средств. Если раньше там, ну, понимаете, что для отправки писем необходимо было потратить бумагу, также надо было потратить время на его отправку, почтовые издержки и так далее, то, соответственно, мы видим, что данная сумма сейчас больше 300 миллионов мы видим экономии ежегодно. Это предварительные такие наши расчеты. Вот в этом направлении мы работаем дальше и продолжаем. Давайте теперь поговорим о конкретных проектах. Да? На сегодняшний день какие проекты уже реализованы и какие результаты? На сегодняшний день у нас в качестве базовых информационных систем, я могу сказать, что нами реализовано уже с 2018 года. В этом, по прошлом году мы обновили систему межведомственного электронного взаимодействия Тюндук. Наверное, у всех на слуху. То есть это шина, через которую все государственные органы и коммерческие организации, любой желающий может подключиться и в шифрованном формате безопасно обмениваться данными. На сегодняшний день к этой системе у нас подключено 77 министерств и ведомств, также 140 коммерческих организаций. Если говорить о справках, которые были выданы посредством данной системы, не справках, а количество транзакций, оно сегодня превышает миллиарда уже. Вот. Это базовые информационные системы, также к ним можно отнести систему ИХАЗМАТ, это система учета кадров. Изначально она была создана для учета именно государственных служащих, но мы сейчас данный проект хотим масштабировать для всех желающих, в принципе, могут получить доступ к этой системе. Вот в этом направлении в последующем планах видим создание электронной трудовой книжки.
где будут учитываться все передвижения, все заслуги. Ну, о планах на будущее мы еще поговорим. Да. А вот в системе Тунду хочу вернуться. Какие услуги предоставляются на сегодняшний день онлайн? Хочу здесь отметить, что система Тундук, она является, вообще само госучреждение Тундук, оно является оператором государственного портала электронных услуг, через который мы на сегодняшний день реализовали оказание сервиса для наших граждан. На сегодняшний день доступно 158 услуг и сервисов в режиме онлайн именно. Ну, наиболее популярные из них, например, на сегодняшний день граждане могут оформить заявку на свидетельство о рождении, пособие балагас юнчу, свидетельство о смерти, перерегистрация транспорта, получить различные справки и выписки в электронном виде без посещения различных государственных органов. Мы его для удобства наших пользователей реализовали в популярном виде, в виде мобильного приложения, его активно развиваем. На сегодняшний день количество скачиваний достигло свыше 1,4 миллиона скачиваний. Внедрены цифровые документы, которые признаны уже юридически значимыми, среди которых, начиная от свидетельства о рождении, там, кончая пенсионным удостоверением, которое охватывает все стадии человеческой жизни. Да? Вот человек родился, получил свидетельство о рождении, далее идет, там, взрослеет, получает водительское удостоверение, технический паспорт на транспортное средство. И вот мы недавно завершили работу и запустили пенсионное удостоверение. То есть все эти документы на сегодняшний день являются юридически значимыми и могут быть предъявлены при истребовании. Спасибо большое, Бакыт Ишенович. Давайте обратимся к медицине. Да? На сегодняшний день как идет процесс цифровизации? Спасибо. Цифровизация здравоохранения на сегодняшний день набирает обороты, и я хотел бы здесь рассказать о том, что реализованные цифровые решения все функционируют в едином цифровом контуре. Мой коллега из Минцифры также акцентировал внимание на том, что мы работаем над цифровизацией всех стадий жизни. И вот одним из проектов – это медицинская справка о рождении. Мы все знаем, что факты рождения и факты смертей почти в 100% случаев так или иначе касаются системы здравоохранения. И так вот, во всех роддомах, все роддома, государственные и также частные, используют информационную систему по формированию медицинских справок о рождении. Эти справки автоматически направляются в органы ЗАГС, и это дает возможность людям онлайн заказывать свидетельство о рождении. То же самое касается и медицинских справок о смертях. Таким образом, мы стимулируем прекращение походов гражданина из одного госоргана в другой с бумажной справкой. На сегодняшний день уже порядка 220 тысяч медсправок о рождении было сформировано онлайн и направлено в ЗАГС, и 40 тысяч медсправок о смертях. Также была реализована такая услуга, как получение больничного листа в онлайн-формате. В первую очередь была реализована система, благодаря которой уже порядка 42,5 тысяч больничных листов было сформировано в онлайн-виде, и была проведена работа по легализации цифровых больничных листов. Соответствующее постановление правительства вышло в конце октября 2023 года, и сегодня уже активно используется. Порядка только за январь месяц мы сформировали 17 тысяч больничных листов в онлайн-виде. И все наши цифровые решения интегрированы в государственный портал электронных услуг Тундук и также в мобильные приложения, и люди могут пользоваться и обмениваться информацией при необходимости. Спасибо. На сегодняшний день, как мы знаем, почти все организации переходят на электронный документооборот, да, и больницы не исключение. На сегодняшний день сколько процентов, если говорить в процентах, да, уже перешли на электронный документооборот, и, по вашему мнению, готовы ли? Здесь я хотел бы разграничить понятие электронного документооборот. Если мы говорим о государственной деловой переписке, которую ведут больницы и Министерство здравоохранения, то порядка 100% больниц и поликлиник уже используют систему электронного документооборота «Инфодокс». Если мы говорим о документообороте медицинском, это обмен справками и так далее, то здесь работа проделана большая, но предстоит еще больше сделать. Вот я до этого рассказывал о больничных листах, о справках, но таких на самом деле медицинских документов очень много. Если говорить, есть такое понятие, как амбулаторная карта пациента. На сегодняшний день она уже разработана и используется.
105 организаций здравоохранения ее используют, и уже обучено порядка 11,5 тысяч пользователей. И эта амбулаторная карта также подключена к Тундук, и люди имеют к ней доступ. В ней мы отражаем всю необходимую информацию о его амбулаторных посещениях, сведения о его предыдущих госпитализациях, сведения о вакцинации, наличие медицинского страхования, прикрепление к поликлинике и так далее. На сегодняшний день вот то, что мы переходим на электронный формат документооборота, да, это говорит о том, что мы можем также и сэкономить на бумагах, да. В этом случае проводились ли какие-нибудь подсчеты после того, как уже перешли, сколько бумаги можно сэкономить, сколько бюджета на это можно сэкономить, и когда медкарты пациентов уже перестанут существовать на бумаге? Да, несомненно, такие расчеты проводятся постоянно, и такие простые примеры. На сегодняшний день сформировано 2,5 миллиона цифровых прививочных карт. Это дети, каждый ребенок ее имеет. И только на одной системе мы смогли сэкономить предварительно 20 миллионов сомов. Следующее, есть еще такое понятие, как ежегодная отчетность медорганизации о том, что происходит в организации здравоохранения. Этот процесс формировался таким образом. Поликлиника отчитывается перед вышестоящей областной организацией. Областная организация должна приехать в Бишкек для того, чтобы сдать отчеты. В этом году мы эту практику прекратили. И на командировочных расходах, на бумаге мы смогли сэкономить 10 миллионов сомов. И это действительно живые деньги. Сэкономленные средства, они аккумулируются в каждой организации здравоохранения, потому что она несет расходы на бумагу. И это дает им стимул для того, чтобы они улучшали свою инфраструктуру, чтобы они закупали новые компьютеры, закупали более скоростной интернет и так далее. Если говорить об полной отмене амбулаторных карт в бумажном виде, работа уже идет в этом направлении. Мы создали нормативные рамки для отхода и от бумажных карт. Мы это легализовали, и сейчас мы видим, что уже 3 поликлиники Бишкека готовы отказаться от прививочных карт, и мы сейчас от амбулаторных карт. Мы сейчас проводим работу для того, чтобы это произошло безболезненно как для врачей, так и для пациентов. Спасибо большое. Джумамбетдин Булбекович, как выше отмечал глава государства, да, мы полностью уходим от бумажной волокиты и переходим на электронный формат отдела производства. Да, как идет процесс? Я, по-моему, в начале своей речи уже сказал, да, действительно, мы с 2018 года была создана локальная система Infodox, она использовалась для внутренних потребностей государственного предприятия Infocom. В дальнейшем мы решили ее масштабировать, и активно мы эту работу начали в 2021 году. Я в то время еще работал в администрации президента, в отделе по цифровому развитию. И с поддержкой, конечно, Ахылбек Сумбековича Джапарова мы этот проект начали двигать, скажем так. И уже начиная с 2022 года с поддержкой президента мы стали переводить все государственные органы на электронный формат общения между собой и с администрацией президента. На сегодняшний день практически все государственные органы перешли полноценно на работу в единой информационной системе. Она разработана нашим госпредприятием Infocom. То есть нам не приходится платить какие-то деньги за использование этого продукта. Хочу отметить, что на рынке, по моим данным, стоимость одной лицензии на работу, она примерно от 5 до 8 долларов стоит. Вот, хочу отметить, что мы сейчас сэкономили государственные деньги и реализовали этот проект совместными усилиями. Вот. Ну, количественные данные я до этого сказал. На сегодняшний день уже 13 миллионов документов сгенерировано и хранятся в системе электронного документооборота Infodox. Это повышает эффективность, в первую очередь, ведения работы в системе государственного управления. То есть, если раньше, как я уже сказал до этого, чтобы отправить письмо, требовалось там, ну, в дальние регионы, там, до трех суток доходило. Если, допустим, с Бишкека написать письмо в Баткен, оно могло дойти там, через 2 дня. Да? Сейчас это происходит в считанные секунды. То есть, за счет этого мы выигрываем время. Это, вы знаете, самый ценный ресурс, я думаю. В целом снижаются издержки, мы наблюдаем также повышение эффективности работы. Система электронного документооборота, она не только подписывает документы, но и позволяет контролировать исполнение поручений, распоряжений. Там программное обеспечение, оно позволяет следить за
за периодичностью и так далее. Ну, такие вещи. Вот, я думаю, это очень важное направление. Да, очень важно, действительно. Вот на сегодняшний день хочется поговорить об уровне грамотности, да, населения по цифровизации. Как отмечается, какие работы ведутся по повышению уровня грамотности населения? Может быть, какие-нибудь программы для этого открыты? Да, мы в Министерстве в пределах своей компетенции, мы в прошлом году обучили сотрудников государственных органов. Порядка 1500 человек было обучено в рамках проекта Digital Casa, который сейчас нами активно продвигается, на активном таком периоде реализации данного проекта находится. Мы обучили 1500 государственных служащих. Я считаю, что это большая как бы работа была проведена. Соответственно, сейчас мы в сотрудничестве с различными коммерческими организациями также проводим различные акции, привлекаем наших известных блогеров для того, чтобы распространяли вот эти обучающие наши ролики в своих социальных сетях. Также мы ведем свою страничку на известных социальных сетях и периодически даем информацию, как можно повысить свою цифровую грамотность. Также, кроме того, хочу отметить, что в прошлом году был открыт Центр цифровой компетенции при Центральном избирательном комитете. По всей стране, в 70 точках нашей страны были созданы эти центры, в которых также мы проводим периодически различные обучающие тренинги. Мы эту работу также планируем с участием доноров, государственной поддержки и продолжать. Эта работа ведется. А как вы думаете, население уже готово полностью перейти на онлайн-формат? Я думаю, да. В принципе, основное количество активного населения, вот те, которые ведут каждый день какую-то экономическую деятельность, они так или иначе уже приобщены к цифровому миру. Здесь каких-то острых вопросов мы не видим. Единственное, по использованию различных приложений, там, конечно, возникают вопросы. Мы сейчас для того, чтобы эти вопросы снимать, организовали, создали чат-бот. Люди могут обращаться со своими просьбами. Также вот отмеченный портал электронных услуг, он содержит в себе такой функционал, как обращение граждан. Там могут граждане писать интересующие их вопросы. Мы на них даем оперативный ответ. Спасибо большое, Бакыт Ишенович. На сегодняшний день большинство граждан беспокоит вопрос, так скажем, безопасности, защиты сведений, да, пациентов и как контролируется доступ к данным. Конфиденциальность данных регулируется в нескольких направлениях. Первое – это регламентация доступа, то есть кто имеет право получать эти данные. Для этого была разработана также информационная система по количеству всех медработников, какие у нас есть медработники, и таким образом только они имеют доступ к этим данным, в первую очередь. В вторую очередь – это регламенты по уровням доступа, то есть так или иначе все врачи не могут получать данные о пациенте, только определенные врачи, которым прикреплен этот пациент, и второй момент – если врач оказывает ему лечение. И также мы регламентируем объем передаваемой информации. Это второе. И в третьем, это защита при передаче сведений. Мой коллега также из Минцифры сказал, что Тюндюк, он обеспечивает безопасность передачи данных в зашифрованном виде между двумя субъектами. То есть, проще говоря, передается закрытый пакет, и никто не может его раскрыть ни в начале, ни в конце. Вот на пути он не раскрывается. Таким образом данные обеспечиваются. Но я хочу также отметить, что постоянное обеспечение безопасности данных – это рутинная повседневная работа. У нас есть также в Кыргызстане специализированное агентство, Государственное агентство по защите персональных данных, которое также вырабатывает политику и помогает обеспечить нам эти данные путем разработки соответствующих там регламентов, нормативно-правовых актов. И мы постоянно обучаем сотрудников, как необходимо безопасно обмениваться данными. И следующий также проект, который… Почему также люди задают этот вопрос? Стоит задача по интеграции организации частного сектора, это вот частные медицинские центры, частные лаборатории, для того, чтобы они также передавали определенный набор данных в цифровую медицинскую карту, чтобы пациентам было намного удобнее.
наш подход, что данные принадлежат людям. И наша задача людям эти данные предоставить, независимо от того, в какую организацию здравоохранения он обращался, государственная это или частная. А какие еще проблемы помогает решить цифровая карта? В первую очередь цифровизация делается не для цифровизации, а для того, чтобы улучшить качество наших услуг. Мы видим, что в некоторых случаях мы оперативнее оказываем медицинскую помощь. В некоторых случаях при помощи пилотирования технологий искусственного интеллекта мы находим те заболевания, которые врач мог так или иначе пропустить. Простой пример. К концу дня наше зрение физиологически становится слабее. И снимок там, рентгенный или снимок компьютерного томографа в оттенках серого, и человек уже не видит этого. Но искусственный интеллект работает бесперебойно. Это этот аспект. Третий аспект, мы можем прогнозировать определенные вещи. Во время COVID при помощи цифротехнологии мы могли строить матрицы оценки рисков того, как COVID будет себя вести в том или ином регионе, и мы могли вырабатывать уже точечные мероприятия, которые необходимы для этой области, не затрагивая все остальные, потому что экономическая активность должна продолжаться. И таких аспектов много, но и здесь должен быть четкий баланс между развитием технологий и соблюдением прав и свобод каждого человека. А вот в случае, если гражданину пришлось поменять поликлинику, как переносятся данные? Здесь до этого я уже рассказывал про доступ врача к его данным. В первую очередь при смене поликлиники врач предыдущей поликлиники теряет доступ к данным этого пациента. И все данные пациента уже переходят к врачу в новой поликлинике. И в течение первого квартала у нас также стоит задача по автоматизации процесса онлайн прикрепления к новой поликлинике. И в последующем уже создание суперсервиса. Если человек меняет поликлинику при смене места жительства, то мы автоматически эту услугу предоставляем уже в проактивном виде, не дожидаясь, когда пациент сам обратится к нам для того, чтобы изменить ее. Ну, проще говоря, человек меняет адрес, государство уже об этом знает, при помощи Тундюка мы это получаем, эти данные, и мы предлагаем ему новую услугу, не дожидаясь его визита к нам. Также хотела бы поговорить про электронную очередь. Да, вот недавно я была в поликлинике, и некоторые, допустим, в основном приходят по живой очереди, да, но есть и те, которые занимают электронную очередь. В этом случае многие не понимают граждане, которые пришли по живой очереди, они говорят, что не может быть такого, какая еще электронная очередь, и совсем не хотят их пропускать вперед, хотя они записывались по точному времени, да. Как обстоят в этом дела? Здесь я хочу отметить, что мы должны равняться на человека с самыми низкими цифровыми навыками и компетенциями. У нас есть определенный слой населения, который в силу тех или иных причин не дружит с технологиями. Но в то же время нам необходимо защитить права тех, кто уже использует цифровые технологии и активно их применяет. Поэтому в первую очередь сам сервис по записи на прием к врачу был модернизирован. Во вторую очередь мы начали интеграцию со всеми мобильными приложениями. Это вот Тундюк, это Мегапэй, на очереди мобильные приложения других сотовых операторов. И следующая задача – это уже сотрудничество с поставщиками терминальных терминалов. Это вот те терминалы, которые мы используем для загрузки, пополнение баланса того или иного там счета для интернета, мобильной связи и так далее. Для интеграции нашего сервиса в эти терминалы, для того, чтобы всех обеспечить уже талонами. Таким образом, мы хотим обеспечить присутствие человека в электронной очереди, независимо от того, пришел ли он в поликлинику или он сделал это удаленно. Даже если он пришел в поликлинику, все равно ему будет необходимо подойти к терминалу и взять свой талон. Таким образом, мы хотим снизить вот эту социальную напряженность и упорядочить очередь. И также мы уже работаем над причиной появления очереди. То есть очередь появляется не потому, что технологии не используются, а потому что, возможно, не хватает врачей. Либо хронометраж врачей не соблюдается, и пациентов больше, чем у нас есть врачей. Анализ этот проводится, и я думаю, что... и для этого мы открываем новые пункты медицинских организаций вот, в новостройках и так далее, для того, чтобы разгрузить основные центры.
Но в скором будущем мы же полностью перейдем на электронную очередь, да? Живой очереди не будет, как я поняла? Или все же остается? Мы живые очереди, да, переведем в электронный формат. Полностью, да? Угу. Спасибо, Джумамдин Булатбекович. Я бы хотела спросить у вас, как вы думаете, какой зарубежный опыт мы можем использовать на сегодняшний день в цифровизации? Да? Всегда, когда переходишь на что-то новое, обязательно будут проблемы, недоучеты в этом направлении. Как вы думаете? Ну, интересный вопрос, конечно, да. Мы вот нашу систему межведомственного электронного взаимодействия, ТУНДЮК, о котором мы говорим, и которая связывает все государственные органы между собой вот, в шифрованном формате, это обеспечивает, конечно, безопасность. Мы это переняли у эстонцев. Вот, по эстонской модели мы его внедрили, вот, поддерживаем в целом. Мы, конечно же, смотрим различные решения ближайших наших соседей тоже, страны России, Российская Федерация, также европейские страны тоже. Но в целом у нас есть свой подход, мы уже базовые системы создали и должны, наверное, их развивать в дальнейшем. Такого вот направления там, по модели такой-то страны нет. У нас свой подход к решению задачи, которые есть у нас, исходя из потребностей нашей страны. Она, конечно, уникальная, да, знаете. Вот. А какие-нибудь препятствия возникают на сегодняшний день? Препятствия, ну, это вообще известные факты, как бы наличие квалифицированных кадров. Знаете, технология, она меняется. Если, условно говоря, год назад никто не знал, что такое искусственный интеллект. Сейчас некоторые из нас они не могут вести работу полноценно без использования искусственного интеллекта. Ну, самый популярный из них — это ChatGPT. Вы, наверное, тоже используете, да? Вот в целом вот, технологии очень быстро меняются, поэтому мы должны, конечно, подготавливать соответствующие кадры, чтобы мы тоже могли использовать данные технологии. Самый большой вызов, я думаю, в этом. Да. Хочу, выше вы отмечали то, что есть уже планы на этот год. Можете с нами поделиться? Да, у нас есть в этом году большая задача. Мы сейчас работаем над созданием правительственного облака. Мы его называем G-Cloud, Government Cloud, в котором мы планируем консолидировать вычислительные ресурсы всех государственных органов. Это позволит решить ряд задач, таких как обеспечение кибербезопасности, информационной безопасности. Также мы избавим от необходимости наши госорганы при разработке и при внедрении какой-либо системы создавать инфраструктуру для этого. Она должна работать на определенной инфраструктуре, цифровой инфраструктуре, которая должна быть создана с применением последних современных технологий. На сегодняшний день это облачные технологии. Вот в этом направлении мы работу ведем. Параллельно мы сейчас заняты стройкой сразу двух центров обработки данных. Это помещение, в котором созданы условия для работы серверов, для безопасной работы. Вот. Также мы планируем запустить единую систему электронной почты. Это не традиционный сервис электронной почты, а мы сейчас работаем над закупкой пакета услуг, который в себя будет включать все современные цифровые инструменты для ведения работы, такие как аудио-видео, конференц-связь, стандартная электронная почта, также дисковое пространство. Вот в этом направлении мы и работу ведем. Спасибо большое, Бакыт Ишенович. Также я хотела поговорить о работе нашей скорой помощи. Да? Как в скорой внедряют цифровизацию? Там ведь в буквальном смысле все приходится делать на ходу. В городе Бишкек скорая помощь автоматизирована уже на протяжении практически 5-6 лет. Они были флагманом вообще по всей стране среди скорых помощи, кто начал использовать цифровые технологии. И практика показывает, что есть определенные положительные результаты. Это скорость приезда скорой помощи до места, скорость обработки звонка, создание определенного опросника, который позволяет диспетчеру быстрее подобрать нужную бригаду. Этот опыт и другой международный опыт позволил нам применить такую же технологию и для скорой помощи города Ош, для нашей южной столицы. Сегодня она уже полноценно используется в Оше, и дальше мы уже начинаем проектировать подобные системы
для всех южных областей, mm-hmm. далее для северных. И я думаю, что это решение также позволит уже объединить несколько информационных систем для того, чтобы скорая помощь при выезде уже понимала, к какому пациенту она едет, с чем она может столкнуться и какие были предыдущие истории вызовов и оказанное лечение для того, чтобы оперативнее оказать нужную помощь, не тратя время на сбор определенной информации перед выездом. Как я помню, в прошлом году еще в Минздраве отмечали, что уже готовы выдавать свидетельства сразу при выписке, да, на сегодняшний день. Это уже действует? Свидетельство о рождении? Да. Я до этого отметил, что уже 220 тысяч медицинских справок было сформировано за период использования этой системы. И теперь касательно выдачи свидетельства о рождении самого реализована специальная услуга через государственный портал электронных услуг «Тюндюк», где каждый молодой родитель, имеющий облачную электронно-цифровую подпись, может подать заявление на получение свидетельства о рождении в онлайн-формате. И соответствующий вот уже проект закона со стороны Минцифры также защищается. И я думаю, что это придаст дополнительный толчок к тому, чтобы люди могли онлайн получать определенные услуги, не выходя из дома. Ну и в завершении я попрошу вас поделиться планами на этот год. Что Министерство здравоохранения планирует внедрить в системе цифровизации по этому направлению? Мы планируем довести использование цифровой амбулаторной карты уже до 100% в этом году и расширить функционал цифровых решений для больниц. В больницах используется другая медицинская документация, это вот так называемая история болезни. Прототип готов, он уже используется, но и необходимо также наращивать специализированными направлениями. Это детское направление, это акушерско-гинекологическое направление и так далее. Также мы работаем уже над проактивными услугами. То есть в скором будущем мы будем знать теперь точно, сколько у нас есть беременных на учете, и мы сможем непосредственно их информировать о том, какой вид исследования ей необходимо пройти, исходя из сроков ее беременности. Это в первую очередь. Во вторую очередь, мы реализовали цифровой профиль здоровья на каждого гражданина, в том числе на детей, и каждому родителю дали доступ к цифровой карточке его ребенка. Это нам позволяет теперь также информировать родителей о том, что его детям необходимо пройти ту или иную вакцинацию. Это уже проактивные услуги. И задачи стоят по двум популярным справкам. Их автоматизировать. Это справка 083 для кандидатов-водителей. Обмен соответствующими госорганами, такими как УНА и так далее. И также справка 086, это для тех, кто устраивается на работу или поступает в высшие учебные заведения. Автоматизации этих направлений. Спасибо большое. Мы благодарим вас за участие на сегодняшнем эфире, за то, что поделились важными моментами. И, конечно, желаем вам удачи в реализации всех поставленных целей. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях был первый заместитель министра цифрового развития Джумамидын Болотбекович, заместитель министра по цифровому развитию Министерства здравоохранения Бакыт Ишенович. На этом мы завершаем наш эфир. Увидимся на следующих эфирах.